Мужчине, который угрожал взорвать мост метро, продлили арест. Днепровский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту метро. По ходатайству столичной прокуратуры мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту метро, продлили на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение на сегодняшнем заседании принял Днепровский районный суд ГАИ Киева. Отмечено в сообщении. Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, и ч. 4 ст. 296. Хулиганство с применением огнестрельного оружия УК Украины. 20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.